Выгуливать собак в Красноярске можно будет только в специально отведенных местах. Прокуратура потребовала от депутатов Горсовета привести местные правила содержания домашних животных в соответствие федеральному закону. По нему муниципалитет должен определить список мест, где можно появляться с питомцами. Вне этих мест выгуливать домашних животных запрещено. При этом, как будут действовать эти правила, депутаты сами пока даже не знают и не подозревают. Из-за плотной застройки, отсутствия зеленых зон во многих районах, в городе едва ли удается найти достаточно мест для собачьих площадок. Оборудовать их заборами, док-боксами для отходов будет еще сложнее. А вот держать кошек и собак на лестничных клетках или в подъездах депутаты категорически запрещают. Вопреки требованию прокуратуры. Мы считаем, что содержать домашних животных на лестничных клетках нельзя. И с прокурором здесь не согласились и протест отклонили.